Экзектор, если не Гогена будут, ну, например, избивать или издеваться, ты за него заступился бы. Я и так его постоянно защищаю, хотя в большинстве случаев он справлялся сам. Вопрос к Первижону. Как ты относишься к Сарку? Ненавистью или дружелюбие? Нейтрально, хоть иногда и беси. Чё, серьезно? Мне что делать, по-вашему, нечего? Я отказываюсь участвовать в этом. Хотя предложение весьма занятное, так уж и быть, я согласен. Вопрос автору. Можно к вам в команду? Я думаю, можно, тем более мне не помешает помощь людей в разных видео и проектах. Так что да.